Доброго времени суток! Вы находитесь на канале Сирномайн. Сегодня будет обзор третьего участка кольцевой линии. Наконец-то вышло продолжение этой линии. Мы продолжаем обзор со станции Свинбургская. В прошлом обзоре мы на этой станции и закончили. Да-да. Ладно, поехали на следующую станцию. Информатор, говори. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Центральный парк культуры и отдыха. Да. Следующая станция, как вы слышали, ЦПК ИО. Я думаю, вы знаете название этой станции. Ну, кто смотрел первую линию, обзор первой линии, тот знает. Да-да-да. Здесь очень длинный перегон. А, да, если вы не заметили, то вот здесь вот, короче, в левом верхнем углу есть такая вот карта. Но я могу ее, в принципе, отключить сейчас. И вот и станция. Станция, Центральный парк культуры и отдыха, переход на Сокольническую линию. Вот такая линию. Вот станция. Открыта она 30 августа 2023 года. И станция по дизайну похожа, ну, колонны, вот эти вот цвета, похожи как на станции Ульяновская в Свинбургском метро. Фоточку я, надеюсь, приложу. Вот так вот выглядит станция Ульяновская в Свинбурге. А вот так вот выглядит станция ЦПК ИО в Рассонеже. Ну ладно, давайте покажу переход. Переход на первую линию вот такой вот, длинный. Сначала подъем, коридор вот такой вот, длинный. Дальше еще подъем. Дальше поворот, еще поворот и подъем. Вот она вот в такой вот новый вестибюль. Я реконструировал вестибюль, а то раньше это был просто лифт. Вот теперь он вот так вот выглядит. По-модному. Хотя нет. Не по-модному. Вот тут есть кассы. А, кстати, у этих жителей реально можно купить билеты. Вот так вот. Вот такой вот особенный метрополитен. И также автомат по продаже билетов. А, здесь еще надо таблички повесить на какую-то линию. Это на пятую туда, а это на первую. Спускаемся на первую линию. Особо так-то она не изменилась, эта линия. Но... Ой, какая линия станции. Но здесь теперь из хвои состоят. Стоят стена. И я на полублок выше поднял станцию эту. А она еще построена 18 июля 2022, хотя она была реконструирована. Это маршрут указатели, скоро не появятся на всех линиях. Пока они есть только на первой и на второй. Вот так вот. Ну а мы идем на пятую линию. И мы сейчас поедем на следующую станцию. Вот следующую станцию уже нет смысла, в принципе, показывать, потому что вы ее и так знаете. И... Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Нижегородская. Как вы слышали, следующая станция Нижегородская. Вы ее и так знаете, потому что станция кроссплатформенная. И там, наконец-то, спустя сколько? По-моему, спустя 8 месяцев или 9 месяцев, наконец-то появилась там кроссплатформенная пересадка. Ура! Теперь на всех линиях, на новых участках будут вот такие вот тоннели. Из Назарита. Потому что, ну, они красивые. И... Станция Нижегородская. Переход на Адмиральско-Лютовскую линию. Выход к Нижегородскому вокзалу. Вот такая вот станция. Ну, вы ее уже, в принципе, видели. Только здесь еще теперь ездят поезда кольцевой линии. А вот здесь вот мы ездили, когда был обзор нового участка второй линии.
в подсказках будет вот это видео. Да. Выход, в принципе, никак не изменился. Ну, здесь жители только. Ну, в смысле, старые жители. Вестибюль вы, в принципе, видели, вот такой вот он. А там уже и дорога построена. Цивилизация идет. А, да. Если вы заметили, то в левом верхнем углу есть такая вот мини-карта. Если вам не нравится эта карта, я ее сейчас отключу. Вот так. Ну ладно, поехали на следующую станцию. О, это почти единственная станция, где есть вот такие вот часы. Точнее, интервальное время. Ну и часы, и интервальное. Короче, ё-моё. Да, часы, интервальное время. Это таких станций очень мало. Ну ладно, поехали. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Кленовая. Как вы слышали, следующая станция Кленовая. Это станция по типу глубокого заложения, но она не глубокого заложения. Но там есть эскалатор и лестница. Вот так вот. А вот уже видно станцию. И... Станция Кленовая, переход на Переделкинскую линию. Станция Кленовая. Да, это понятно, что дизайн станции не соответствует названию, но... Я в Майнкрафте не найду клен, но зато здесь есть вот такая вот инсталляция клена. И вы прочитаете вот эту табличку и все поймете. К сожалению, в Майнкрафте нет клена. Пускай это будет Азалия тут с дубом. И станция открыта 31 августа 2023 года. Она вот такая вот станция, конструкция глубокого заложения, пилонная. Здесь можно подняться по лестнице или подняться на эскалаторы. Эскалатор работает только наверх. Вот туда вот на станции Кленовая линии 4А. Она уже полностью достроена. Здесь есть автомат по продаже жетонов и кассиры. Вот так вот выглядит выход. И выход везет в поле. А вот там вот это наша старая дача с другом. Вот так вот. спускаемся. Ну и едем на следующую станцию. Обзор коротенький. Ну... Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пенягина. Да, следующая станция Пенягина. Как вы слышали, Пенягина должна была называться Серп и Молот, но я решил назвать Пенягина. Ну, может, я когда-то сделаю станцию Серп и Молот. Да. И еще один поворот. Четвертый участок, это будет последний участок кольцевой линии. Вот так вот. И вот. Станция Пенягина. Переход на Ручьевскую линию. Конечная. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагонов. И вот станция Пенягина. Вот такая вот станция. Честно, она очень яркая. И как-то она, ну, слишком яркая, реально. И это первая станция, которая была открыта в сентябре 23 года. Что, сентября 2023 года открыта? Вот так вот. Ну, я бы ее перестроил, честно. И это первая станция, где есть эскалатор и лифт. Поднимемся мы на эскалаторе сначала, потом покажу лифт. Вот так. Вот. Выход вот к такому вот не равнине, прямо в горе выход. И вот вестибюль. Да, здесь будет в будущем пересадка на 11-ю линию. Которая, я не помню, как она называется, эта линия, но это скажет информатор.
Вот здесь вот такой вот пологий пандус и лифт. Конечно, не на всех станциях, к сожалению, есть лифты, но я их стала делать для людей с ограниченными возможностями. Вот так вот. Вот здесь лифт, и можно вот так вот пройти, и оказываешься на станции. Ну, все, это последняя станция. Заезжаем в оборотный тупик. Дальше будет продление как раз таки. И следующее продление будет последним. И кольцевая линия замкнется. Ну что ж, если вам понравилось это видео, а оно вам должно было понравиться, то, естественно, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Вы были на канале Сирну Майн. Всем пока!